Утро первого весеннего дня встречайте в компании с утренним эфиром. Уже завтра мы расскажем, как своими руками сделать символ наступившей весны Мерцишор. Узнаем, из чего делают полезные конфеты. Если и есть сладости, то только правильные. А еще вы узнаете историю джинсов. Екатерина Орлова поделится интересной информацией. Все это и не только уже завтра в 7 часов утра. Встречайте весну вместе с нами.